Собирайтесь, Илахтар. Время отправляться в путь. Как прикажете, повелитель. Принцесса, этот шатер для вас. Из дворца привезли также вашу одежду. Вы можете переодеться. Силахтар-ага. Неудобно спрашивать, но что ты делаешь, принцесса? Ну, наверное, ее повелитель взял с собой, потому что она знает лучшую дорогу в Боснию, вот и все. Иначе нет причины браться бы, да? Разве не так? Занимайтесь своими делами. Делами? Напоите лошадей, например. Например. До заката никому без дела не сидеть. Конечно. Конечно. Из этого. Повелитель, к нам кто-то едет. Это Хасан Чуваш. Правая рука Кеманкеш Аги. Повелитель. Навалиде Султан осуществили покушение. Ты что говоришь, Хасан Чуваш? Немедленно объяснись, в чем дело? Нашу Кесам Султан ранили кинжалом. Кеманкеш Ага хотел вытащить из здания фонда султаншу. Я пошел за мятежниками. Мы с ним разошлись. Потом я потерял его след.